За прилавком-окошком Брестской городской аптеки номер 158, что на улице Дубровской, фармацевт с 30-летним опытом работы Инна Кушнерук. Нетрудно представить, какой внушительный багаж знаний должен быть у сотрудника аптеки. Инна Григорьевна знает все, что касается производства, состава, применения и побочных действий сотен разных лекарств. Знания рынка лекарственной продукции, вежливое обслуживание, если надо, консультация с квалифицированными ответами. За годы работы приходилось общаться с разными посетителями. Иногда конфликтными, и каждому необходим свой индивидуальный подход. Современный работник аптеки должен обладать такими качествами, как профессионализм, ответственность, стрессоустойчивость. Необходимо не забывать о таких человеческих качествах, как доброта, вежливость, сочувствие, понимание. Сеть республиканского унитарного предприятия «Фармация» остается крупнейшей, наиболее разветвленной в нашем регионе. Государственную сеть аптек в Брестской области представляют 508 учреждений. За стеклами витрин – самое настоящее изобилие лекарственных средств. Самостоятельно сориентироваться в многообразии продукции непросто, но всегда есть тот, кто придет на помощь. В целях совершенствования качества лекарственного обеспечения в аптеках предприятия активно внедряются программные продукты на основе информационных технологий. Функционирует технология обращения электронного рецепта по всем аптекам области. Обеспечена возможность предоставления информации о наличии лекарственных средств в сети непосредственно в каждой аптеке предприятия. Организован сервис «Электронное бронирование» для населения Брестской области, позволяющий зарезервировать лекарственные средства в любой аптеке и получить сформированный заказ в удобное время. В рамках Всемирного дня фармацевта в аптеках Брестской области с 23 по 29 сентября проводится акция. Посетителям предлагаются консультации специалистов аптек и представителей фармацевтических предприятий по вопросам применения лекарственных средств и профилактики заболеваний. Даже в свой профессиональный праздник люди в белых халатах на посту. Поздравляю всех фармацевтических работников с профессиональным праздником. Желаю здоровья, удачи, творческого энтузиазма, эффективной работы на благо здоровья людей. Хочу поздравить сердечно всех фармацевтических работников с их профессиональным праздником. Пусть наш добросовестный труд станет весомым вкладом в сохранение и укрепление здоровья нации. Виктория Нечаева, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.